Что такое современный боевой самолет? Это прежде всего бешеные деньги, десятки миллионов долларов. Это невообразимый разрушительный потенциал. Огненная смерть, дремлющая в чреве ракеты-бомб. Игра F-22 дает возможность оказаться в кабине одного из самых новых и самых эффективных американских самолетов. От этой игры просто захватывает дух, когда вы летите над горными вершинами или над руслами рек. В игре есть дневные и ночные миссии. В ходе ночных полетов вам удастся, например, полюбоваться полнолунием. Переключая различные ракурсы вашего самолета, вы сможете увидеть, как он выпускает и убирает шасси, манипулирует тормозами во время маневров. Одним словом, ведет себя как настоящий самолет. Усилить острые ощущения, которые дает вам игра, вы сможете при помощи режима виртуальной кабины. С экрана убирается и приборная панель, и вообще все лишнее. И вы сможете наслаждаться видом одних только ландшафтов под крылом самолета, поворачивая голову в любом мыслимом направлении. Боевые миссии дают вам возможность побывать в небе горячих точек недалекого будущего. В основном миссии сводятся к уничтожению вражеских самолетов. Но иногда ваша задача будет заключаться в том, чтобы просто долететь до определенной точки. Тема сегодняшнего... Синдикейт 2.